Ja, de er rundt på gulvet nu, Niederkorn. Åh, det ligger fint, ja, det er skoing! Bakken. Og så Christoffer Olsson spreder spillet ud i højre. Men jeg synes, snakken går mere og mere i retning af at han vælger penge. Ja, Sim siger så til, og der Heisenberg, og så er der simpelthen skudt af Christoffer Olsson 1-0 til FC Midtjylland. Det der er rigtig, rigtig godt an. Veranderen. Dat is een aardige paas, mooi meegenomen die bal. Keeper van Vitesse komt. Предупреждение, но голов по-прежнему нет. Может быть сейчас какой гол? Какой гол? Все более глубокой обороны. А вот такие опять... Так много это хорошее спел. Я смыл Виборболден вег. И нетап Олсон фер den fram. Олсон! Олсон! Скам! И гер det godt igen! Christoffer Olsson! Слишком много народу. Вендел против против Олсона. И 0. Краснодар идет в атаку. Удар по воротам. Когда тут Чернов должен ждать Кобела слева? Когда должен делиться с ним пространством? Развить атаку, он отыгрался через Кобела. И на первой же минуте своего пребывания на поле Кристофер Олсен, пусть и не с первой. Сейчас смотрим за прострелом в штрафную. Ольсан, удар! Ольсан! Проходит здорово! Передача в воздух! Садин Кашгайский. Так, что это за выкрутация? Это момент! Это момент! Это один! Это... Атака. И опять розыгрыш. И опять Краснодар сохраняет мяч. И опять игра пяткой. Дарсон в центре поля. На тот мяч попадает. Футболист, которого здесь обожают. И которого очень и очень ждут. Его готовится к подаче. Доходит мяч до Ари Олсон. Удар в дальний угол. Fabio Silva, mooie combinatie. En het hakje, 3 tegen 0. Evo Rossi, još jedno. Međutim, izgleda potez Olsona. Kvanderson, уже штрафной. И прострел. А пробить, и гол! Первое облегчение ситуации с травмированными вольными футболистами. Но, вот, к сожалению, Игнатьев, который был... She knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.